Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман в нашей уже традиционной рубрике, маленькой рубрике, в которой я вам рассказываю о каком-то одном факте или отвечаю на какой-то один вопрос. И сегодня мы с вами будем рассматривать шапки с бумбоном. Почему, собственно, и откуда это пошло? Это пошло действительно с флота, еще с царских времен. В то время на кораблях был совершенно другой стандарт жизни. То есть все переборки были низкие. Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня в нашей традиционной маленькой рубрике, в которой я отвечаю на какой-то один из вопросов, мы будем рассматривать сигнал опасности, Mayday, который звучит по радио именно как Mayday. Никто не кричит и не говорит «SOS, спасите наши души, save our soul». Я думаю, что это из каких-то басен, потому что я такого нигде не слышал. Есть фраза, которую называют в случае того, что какая-то опасность и нужна помощь. Это Mayday, Mayday, Mayday. И после этого что-то происходит, название лодки, координаты, где вы находитесь. Mayday – это high priority. Это значит, что если вы слышите по радио Mayday, вся трансмиссия прекращается, и люди слушают только то, что идет с Mayday, потому что это жизнь людей. Откуда пошел, собственно, этот Mayday? Это не какая-то аббревиатура, как в алфавите. Это фраза совершенно из другого смысла. Итак, в 20-х годах 20-го столетия пилот, это лоцман, терпел крушение. Это проходило на береговой линии между Францией и Англией. И французский пилот по радио кричал «Веню миди, веню миди, веню миди». Это «помогите мне», help me, веню миди». А оператор, который был с британской части, он не говорил по-французски. И он расслышал вот этот «веню миди», «миди» как «mayday». И он его пытался интерпретировать. И потом этот «веню миди», «миди», «mayday» стало именно той фразой, которую называют, когда что-то происходит не так. «Веню миди» по-французски обозначает «помогите мне». «Mayday» в современной интерпретации обозначает, в принципе, тоже «помогите мне». Все, на этом выпуск подошел к концу. Ребята, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы, что бы вы хотели еще услышать. Комментируем. И до встречи в эту пятницу уже в техническом ролике. Пока!